Всем большой привет, дорогие зрители! И сегодня мы нарисуем данную иллюстрацию со всеми комментариями. И я вам покажу, как я, скажем так, с нуля, с момента создания какой-то идеи вообще, довожу до готового продукта, который можно загружать на стоки для продажи. Если вам интересно данное видео, то добро пожаловать. Сразу делаю оговорку, что оно для новичков, то есть я буду, наверное, рассказывать какие-то уж совсем простые вещи, которые нужны, если вы вот буквально только-только установили себе иллюстратор. Вот, поэтому добро пожаловать, если вам интересно, то оставайтесь вместе со мной. Итак, давайте приступим к нашей работе с самого начала, да? Опять же повторю, что данные видео основаны все-таки для новичков, которые только-только вот начинают работу на стоках. Итак, я сфотографировала уже то, что я нарисовала. И где, собственно, находится, да, это я подключила свой телефон. И, как правило, если у вас есть карта памяти, да, DCM, то есть я понимаю, что это совсем-совсем простые моменты, да, но кому надо, тот поймет, да. Итак, что мы делаем? Выделяем две эти работы, нажимаем правую кнопку мыши и вырезать. Мы выбираем папку, где у нас оно будет находиться, у меня это папка карандаш. Нажимаем снова правую кнопку мыши и вставить. Вставляются две наши фотографии. Я как бы под каждый проект делаю отдельную папку, поэтому в этой папке у меня будет только данная инь-янь. Так, далее я захожу в иллюстратор. Создаем новый файл. Параметры файла всегда будут одни и те же, поэтому нам проще. Не знаю, насколько я правильно написала, но мне здесь главное просто создать файл. 1000 на 1000, да, пункты, название RGB. Самое главное проверить RGB, пункты, формат и название. Нажимаем ОК. И можно сразу же этот векторный файл сохранить в ту же папку, где у нас находятся наши рисунки, да, JPEG с телефона. Нажимаем «Файл», «Сохранить как». И здесь выбираем ту папку, да, карандаш у меня называется, где наши картинки. Сейчас картинок не видно, потому что они другого формата, здесь только AI сейчас показывается. Нажимаем «Сохранить». Главное, чтобы вы знали, что это одна и та же папка. Можно проверить. А, сейчас у нас выдаст настройки. Тут ничего не меняем. Когда мы сохраняем AI файл, ничего не меняем, нажимаем просто «Ок». Вот, и теперь можно зайти в нашу папку, да, и проверить. То есть тут наши два карандашных снимка и AI файл, где мы будем сейчас обводить все это в векторе. Здесь можно выбрать абсолютно любой. Допустим, выбираем вот этот вот. И просто его перетаскиваем. Как видите, он очень большой, то есть наша монтажная область меньше нашей фотографии. Необходимо трансформировать. Вот тут обозначаются размеры нашей фотографии. Вот этот вот значок обозначает, что оно будет пропорционально по ширине и высоте не монтажироваться, а трансформироваться. Так, ставим примерно 1000. Вот, ну то есть подгоняем, чтобы оно примерно, зажимая мышкой, я могу его двигать. Когда я буду обводить, чтобы оно мне не мешало, я его заблокирую. Когда есть синий вот этот вот крест, нажимаем объект, закрепить выделенное, или Ctrl-2 на клавиатуре. Что нам это дает? Теперь я не могу его подвинуть. Итак, после этого мы начинаем работать. У меня здесь круг, поэтому я хочу взять сферу. Да, зажимаем левой клавишей и выбираем сферу. Теперь зажимаем Shift и рисуем ровный круг. Убираем заливку белую, оставляем только границу. Сейчас пока что так. Теперь мне надо подогнать, чтобы оно было по размеру. Я зажимаю Shift, чтобы форма круга не превратилась в эллипс. Да? То есть мне нужен именно круг. Это, скажем так, первый мой объект. И теперь, чтобы он мне тоже не мешал, я также закрепить выделенное или Ctrl-2. То есть все элементы, которые я буду рисовать, я буду периодически их закреплять, чтобы они мне не мешали. Это просто удобно. Потом разблокировать.
Как я буду разблокировать? Есть панель «Слои». Если она у вас закрыта, нажимайте «Окно», «Слои». Да? Вот тут должна стоять галочка. И поставьте ее где-нибудь себе вот тут вот. И вот тут видите замочек. Открепили замочек, можно двигать. Поставили замочек, двигать нельзя. Это очень удобно. Ctrl-Z на клавиатуре, отменяем последние действия. Итак, далее я беру либо карандаш, либо кто умеет работать пером, выбираете перо. Самое простое – работать карандашом. И я аккуратненько сейчас обвожу самые-самые главные линии и посмотрим, что будем делать дальше. Смотрите, я обвожу узор сам по себе инь-янь. Есть. Это первый момент. Я даже могу сейчас как-то не редактировать особо, да, просто я сейчас хочу все ввести. Ctrl-2, я его блокирую. Можно выделить лупу, зажать левую клавишу мыши и приблизить. Далее пробел. Пробел – это ручка на... Ну, пробел, да, появляется ручка, и таскаем. Вот, теперь проще обводить. Далее я ввела контур. Криво, потом поправим. Я покажу, как. Обводим ушки. Если объекты далеко друг от друга, то есть, ну, я никак их не буду трогать, я их даже не буду блокировать. Вот здесь у нас мы вылезли, я просто так на глаз нарисую. Все, я ввела ушки. Далее обводим узор, который сверху на моей киске. Один, ну, его зеркально можно отобразить, ну, давайте обведем. Один, второй. Далее, у меня здесь есть лапка. Я ее тоже обведу. Как видите, я обвожу не совсем дословно, как могу. Ctrl-2, и вот здесь вот мы рисуем пальчики. Ну, пока это будет вот так вот. Хвостики у меня еще остались. Как видите, я тут нарисовала такой вариант хвостика, да, выходит за кадр. То есть я пока не знаю, пока просто нарисую, а дальше будет видно. Обводим хвостик. Хвостик я доведу до конца, чтобы появился кружочек. Вот, чтобы это был закрытый объект, ну, так проще работать. И второй хвостик. Немножко мы вылезли, но сейчас поправим. Все, что криво, можно поправлять. Это не смертельно. Советую, конечно же, начинать вот так, как я, с каких-то очень легких работ, которые, ну, с которыми легко работать, легко обводить, где не очень большая, скажем так, детализация. Да? То есть тут детализация очень маленькая, поэтому мне будет гораздо проще с ней работать. Здесь вот у меня еще узор у моего котика на голове. Вот здесь тоже можно нарисовать усики. Они у меня там есть, их просто не видно. Ну, тут у нас усики уже спрятаны. В принципе, мы... Ну, узор на хвостике еще вот тоже можно обвести. Итак, окей. Теперь смотрите, у нас целая гора появилась каких-то контуров. Да, вот тут на слоях все-все видно, оно все как бы по отдельности. Опять же, если у вас какой-то очень объемный, да, узор, например, вот этот вот. Это я тоже от руки рисовала, скажем так, сама идея и так далее. То есть здесь обводить так будет тяжело, потому что тут будет очень-очень много каких-то непонятных полосочек. И когда еще вы совсем-совсем новичок, и вы еще плохо ориентируетесь в иллюстраторе, вам будет тяжело. Вот лично я начинала вот с чего-то такого очень простого, где я вижу вообще все, что я нарисовала, буквально вот на одном, да, на одном холсте. Там не надо никуда не прокручивать, ничего. Итак, что я делаю дальше? Первое, снимаем все замочки. Самая нижняя у меня фотография, вот я ее выделила, появилась, да, вот этот синий крестик. Уменьшаю ему прозрачность. Зачем? Чтобы я лучше видела свои контуры. Но я ее не удаляю, чтобы у меня как бы был какой-то ориентир. Уменьшаю прозрачность, снова блокирую. Теперь я вижу своих котиков. Теперь мы будем с вами учиться, первое, работать с контурами, то есть
разрезать, объединять, ну вот, вот это все. Зачем? Смотрите, выделяем круг, да, первое, выделяем круг, и выделяем, зажимая Shift, да, то есть Shift, мы сейчас можем два каких-то контура выделить, и выделяем инь-янь, да, то есть самое первое, что мне надо сделать, мне надо, собственно, разделить, потому что одна у меня сторона черная, а другая это у меня белая, и мне надо их разделить. Итак, я выделяю инь-янь и круг. И можно подводить, и вы можете сами, да, вот, почитать, то есть соединить, минус, то есть вырезать и так далее. Нам сейчас надо разделить, то есть чтобы две эти части разделились. Еще обратите такой момент, что я верхним, да, контуром вылезла за рамки. То есть вылезла за рамки, чтобы было понятно, что именно я режу. Итак, разрезаем. Сейчас будет понятнее. Сейчас будет понятнее. Смотрите, оно у нас разделилось на две. Давайте напишем «разгруппировать». Вот, то есть видите, оно у нас теперь две разные части. То есть я могу поменять заливку, и оно у меня отдельно. Да, вот эта часть у меня отдельно, а эта часть у меня отдельно. Ctrl-Z убираем назад. Пока у нас оно еще не разрезано, ничего, принцип вы поняли. Теперь, чтобы у меня разрезалось все гладко, вот эту линию я должна сделать красивой. Как я ее делаю красивой? У меня есть инструмент черная стрелка, а есть инструмент белая стрелка. И белой стрелкой я могу двигать именно точки. Черной стрелкой я двигаю весь объект, да, Ctrl-Z, отменяем последнее действие. А белой стрелкой, выделяя по точке, если вам плохо видно, можно вот лупой приближать, да, белая точка, я выделяю и двигаю только лишь точку. Вот тут это будет видно, да. Я двигаю не всю кривую, а только точку. Более того, я могу инструментом перо, я могу удалять точки, которые мне не нужны. Есть еще один вариант, как сделать эту кривую более мягкой. Выделяем эту кривую, идем в объекты, контур и упростить. Здесь оно смягчает углы. Ставим предпросмотр, то есть видите, она как бы сама себе смягчилась. И мы ставим процент, насколько нам надо смягчить. То есть вот мы смотрим, допустим, я подбираю. Ну, допустим, мне вот так вот уже нравится. Она уменьшает количество точек и смягчает сам переход. Нажимаем ОК. Теперь можно уже вручную, ну, делать то, что я сказала выше, да, инструментом управления точками. Можно, допустим, где-то точку добавить, если мы хотим изменить форму немножко. То есть добавляем и как-то редактируем. Ну, мне, в принципе, все нравится. Опять же, потому что здесь легкий, простой объект, и именно на таких объектах я тоже вам советую учиться. Давайте я выделю их два, нажму Alt, это копировать, чтобы вы видели как бы со стороны, да, то есть вне киски. У меня здесь два объекта, кривая и сфера. Кривая выходит за пределы сферы, чтобы она именно разрезала. Выделяем два эти объекта и разрезаем. Разгруппировываем. И у меня два отдельных объекта. Меняем заливку, границу на заливку. Вот такая вот история. Так, я думаю, здесь понятно. Итак, вернемся к нашей кошке. Разрезаем. Можно зайти в изоляцию, если не хотите разгруппировать. Меняем. И я сейчас поставлю цвет не черный, а какой-нибудь другой, чтобы мне, скажем так, было видно все мои узоры. Ну, а потом перекрашу в черный. Итак, что мы сделали? А, все равно надо разгруппировать, потому что мы сейчас будем объединять. Мы сделали тело нашей киски. Теперь давайте разберемся с ушками. Ушки у нас как бы отдельный подрисованный объект, да, то есть мы его подрисовывали отдельно.
Если вы хотите прям совсем, чтобы было красиво, рисуем звездочку. Вниз на клавиатуре Shift, чтобы треугольник встал ровненько. Что мы делаем? Мы можем сейчас сделать один раз красивое ушко и поставить его везде, чтобы оно было красиво. Давайте это и сделаем. Немножко надо его сделать таким раздутым. Заходим в эффекты. И давайте подбирать то, что нам необходимо. Вот видите, оно уже раздулось, уже более похоже на кошачье ушко. Тут много эффектов. Поиграйтесь в свободное время. Это очень полезный инструмент. Я всегда им пользуюсь. Нажимаем ОК. Как видите, у нас теперь синий треугольник имеет старую форму, да, а черный внутри имеет новую форму. Нам необходимо их соединить. Нажимаем «Разобрать оформление». Это наше новое ушко. Нам надо убрать дно, потому что оно нам не надо. Нам надо только вот эти вот две линии. Для этого мы заходим в ножницы, наищем ножницы. Или на клавиатуре нажмите «Си». И разрезаем вот в этих вот местах, то есть внизу. Теперь это два отдельных объекта. Нижний нажимаем Delete, удаляем. Итак, зажимая Shift, мы деформируем так, как нам надо. Зажимая Alt, я его копирую, да, задвину в сторону. Сейчас я работаю вот с этим вот. Удаляем вот эти вот наши ухи, которые мы нарисовали. Кстати, наш инь-янь давайте заблокируем, чтобы он нам... чтобы не мешал пока мы ставим ушки. И теперь аккуратненько давайте их поставим. Допустим, первое ухо поставим так. Берем инструмент зеркальное отображение, ставим примерно по центру головки, зажимаем Alt и едем, и зажимаем Shift. То есть он копирует ровно на... ровно на 180 градусов зеркальное отображение. Как видите, у нас голова немножко кривоватая, поэтому ручками, да, уже подгоняем. Можно увеличить назад, отдалить назад, это Ctrl минус и Ctrl плюс, да, приблизить, отдалить. Зажимая Shift, выделяем два этих уха. Берем инструмент пипетку. И красим в зеленый. Это просто, чтобы посмотреть, красиво будут мои ухи, то есть какой размер, больше, меньше. Я не знаю, но у меня такая концепция а-ля толстых котиков, которые так вот себе лежат. Так мне даже с маленькими ушками нравится больше. И так тоже неплохо. Что мы делаем теперь? Я их хочу сгруппировать и вот этому котику поставить эти же ушки. Зажимаем Alt и копируем их. Такой стрелочкой полукруглой мы их разворачиваем. И ставим на моего второго котика. Убираем зеленую окраску и ставим черный контур. И примерно, чтобы оно было ровненько. Да, то есть тут примерно. Конечно, в идеале, чтобы они были полностью зеркальные. То есть, чтобы если тут у меня ухо выходит, то оно у меня и тут выходит. Но тут у меня лапа. Да, то есть я не хочу прям симметрию. У меня такая будет немного асимметрия. Я еще не решила, куда будет хвост выходить, и так далее. Но это не важно. Итак, у меня есть ухи. И теперь что мы делаем? Мне надо тело кота, да, совместить с ухами. Совмещаем с ухами. Разблокировываем тело кота. Выделяем зеленое. Зажимаем Shift. И выделяем зеленые ухи. Пользуемся другим инструментом. Соединение. Важный момент, чтобы мы, допустим, ухи, да, вот сейчас будем соединять, чтобы они полностью всеми точками совпадали с головой кота. Чтобы оно ровненько, да, то есть соединилось прямо вот по внешнему контуру. То есть если будет вот так вот, то есть оно совместится, вот так будет здесь угол, это будет не очень красиво, надо будет потом руками все это исправлять. Поэтому ровненько ставим. Ctrl-минус, отдаляем.
Выделяем тело, нажимаем Shift, выделяем ухи. И нажимаем «Соединить». Наш код соединился. В единую композицию. Двигаем его в самый низ. Итак, что у нас дальше? Делаем то же самое с белой частью кота. Выделяем ухи, выделяем белую часть кота. Тоже смотрим, чтобы оно как бы заходило за контур, да? Чтобы оно все совмещалось. И тоже соединяем. Теперь мне надо, чтобы вот здесь, да, контур кота, ну, как бы оно, в общем, вы поняли. В общем, делаем заливку у белой части. Опускаем ее тоже в самый низ. То есть вот тут расположение выше, 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 ниже, ниже, ниже. Смотрите, теперь что получается. У меня видно либо белые ухи, да? То есть либо зеленые ухи, либо белые ухи. Но мне-то надо, чтобы были... Нет, не то. Вот так вот делаем ту самую заливку. Но мне-то надо, чтобы были видны и белые, и зеленые ухи. Да? Мне-то надо, чтобы было видно и то, и другое. Поэтому давайте поступим хитро. Ctrl-Z. Убираем назад. Пока мы еще не совместили белые ухи. И делаем белую заливку. Выделяем тело, зажимая Shift с ухами. Делаем белую заливку. Вот. И получается белые ухи и кота мы переносим вниз. Теперь нам надо тело белого кота поставить ниже зеленого, а ухи белого кота поставить выше. Может показаться непонятно, но вот они, три слоя, да, которые отвечают за нашего кота. То есть, грубо говоря, мы ухи оставили отдельно. У зеленого котика они вместе, тело белого котика под зеленым, а ушки белого над зеленым. Таким образом мы получаем, что котики спят друг в дружке. Момент такой, наверное, сложный, если вы пока что еще плохо ориентируетесь. Все контуры мы тоже потом будем отдельно разбирать. Да? То есть, когда мы загружаем настойки, нельзя оставлять вот так вот отдельно контур. Это мы потом все разберем. И вот такие вот объекты тоже лучше, конечно, не оставлять. Но это мы еще разберем. Можно даже вот так поставить, чтобы было красиво. А вот тут мы что-нибудь можем даже дорисовать. Вот эти вот контуры. Ну, тоже такое момент творчества. Можно было, конечно, не объединять вообще ухи, да, просто оставить их вот как есть. Но я хотела с вами разобрать именно инструмент объединения. Давайте поставим сюда. Зажимаем Alt. Так вот ровненько ставим, чтобы оно совместилось. В принципе, если один раз это сделать, уже потом будет гораздо-гораздо проще. Вы научитесь всем этим пользоваться. Еще такой момент. Давайте скруглим вот эту вот часть. Заходим обводка сверху и нажимаем круглую часть. И здесь тоже нажимаем круглая. Посмотрим, в ухе получится вот. Да, везде получится. Угу. Так, мы нарисовали тело, да? Тело с ухами. Теперь давайте сделаем пятнышки. Пятнышки можно так же, как и с ухами, с геометрическим узором. То есть рисуем обычный эллипс, зажимая даже Shift. Инструмент управления точками.
оттягиваем нижнюю точку, видите, я могу в разные стороны, но если я зажму Shift, то я могу только 90 градусов, там 180, либо вниз, да. Оттягиваю на нужный мне угол, и мне надо такая капелька. А, еще вот этот угол я делаю острым. Вот такая история. И теперь также заходим в эффекты и деформация. И деформируем, выбираем по вертикали. То есть деформация по горизонтали, а есть по вертикали. И выбираем то, что нам необходимо. И нажимаем ОК. Тоже видим, у нас синее отдельно, черное отдельно. Нажимаем разобрать оформление, соединяем. Также мы зажимаем Shift и уменьшаем пропорционально. И теперь ставим этот геометрический узор. А наш отрисованный от руки мы удаляем. Теперь я могу подогнать ту форму, которая мне нравится. Допустим, вот так вот. Забираем пипетку и окрасим его тоже в зеленый. Зажимая Alt, я переворачиваю его. Пипеткой выделяем белый. Удаляю вот это. И ставлю сюда вот такой вот узорчик. Я, конечно, не знаю, может даже без вот этих вот, давайте их спрячем. В принципе, и так понятно, что это инь-янь. Оставим, ладно. Так, смотрите, что у нас еще осталось. Вот этот хвостик от синего кота, а этот хвостик от белого кота. Давайте мы это изобразим. Тоже, мы сейчас будем рисовать только один хвостик. И мы его будем рисовать тем же самым образом, что мы рисовали капельку. Только немножечко по-другому. Итак, берем эллипс. Сферу, но я ее не буду зажимать Shift. И вот так вот рисую обычный эллипс. Также я захожу в деформацию. И, в принципе, тот же самый принцип, мне надо сделать полукруг. Да? Не полукруг, но изогнуть. И смотрите, еще есть искажения по горизонтали, по вертикали. Давайте посмотрим, что это такое. Оно, видите, деформируется именно сама форма. Это было по горизонтали. Теперь посмотрим по вертикали. Вот видите, по вертикали. То есть оно вот тут вот становится толще, чем внизу. Именно это мне и надо, и я смотрю ту форму хвостика, которая мне необходима. И нажимаем ОК, когда мы определились. Нажимаем разобрать оформление, и это наш хвост. Зажимаем Shift, мы его уменьшаем. Я пока не буду никаких узоров чертить, мне главное понять сам принцип. Итак, теперь мы его зажимая Shift, я вот так вот переворачиваю, не знаю зачем, Ctrl-Z назад. Смотрите, мне надо его развернуть. Да, нажимаем трансформировать, зеркальное отображение. Здесь показывается, как я его должна отобразить. Тут предпросмотр, и мне надо его отобразить по горизонтали, по вертикали. Мне надо по вертикали его отобразить. Нажимаем ОК. Нажимаю Shift, я делаю примерно того же размера, которого вот это. Вот это я зажимаю Shift, удаляю, нажимаю Delete и ставлю примерно на то место, где мне надо, то есть продолжение белого котика. Я ставлю вот этот вот хвостик. Можно выбрать пипетку, выбрать цвет белого кота, чтобы было уже понятнее. И ставлю его так, как мне вот именно нравится. Я пока еще не знаю, хвостики будут внутри котика, или как-нибудь они будут выходить за рамки котика, например. Как-нибудь вот так вот. Давайте нарисуем оба, чтобы было видно. Тут тоже мы удаляем. Берем вот этот вот хвостик. Можно нажать зеркальное отображение, поставить где-нибудь посерединке. Зажимаем Alt. И копируем его. Так, он у нас надо было не зеркальное, а обычный поворот сделать. Давайте удалим. Выбираем белый хвостик, нажимаем поворот, ставим по центру где-нибудь, зажимаем Alt и крутим его на место зеленого кота. Теперь подгоняем уже ручками, выбираем пипетку, окрашиваем его в зеленого котика. Вот такая вот история. Как-нибудь. Можно, в принципе, даже выделить, допустим, хвост, выделить тело,
оно объединять, как бы, наверное, не рекомендовано, да, потому что оно будет потом снова как с ушками, да. Лучше пока что оставим таким вот образом. Можно, допустим, зеленый хвостик сделать, ну, вот, чтобы он больше был, да. Они так прям вот обнимают друг друга хвостиками. Ну, в общем, да. Вот здесь такой вот этот момент, чтобы оно как-то, ну, совмещалось с телом. Чтобы хвостик совмещался с телом. Можно даже сделать, допустим, да, вот как мы добавляли точки. Да, можно добавить точку. Инструментом управления точки сделать не такой плоский. Кстати, я сейчас вот Alt нажимаю и управляю одним только лишь усиком, да, усиком у точки. То есть у точки есть еще и два усика, в общем, вот так вот. Зажимая Alt, можно управлять одним усиком. Ну, то есть вот так вот, да, то есть сделать поширше. В общем, вот такая вот история. Что у нас еще остается? Нам остается отредактировать эти вот полосочки. Ну, это можно сделать просто, как мы делали, упрощением. То есть, ну, примерно. Мне не надо прям идеальные. Вот. Либо можно с помощью сферы, да, допустим, рисуем сферу. Просто сферу. И подгоняем. То есть, вот, допустим, вот такая вот, да, она была бы ровненькая. И мы уже это делали. Разрезаем с помощью ножниц. Аккуратненько. Теперь это два разных объекта. Удаляем лишнее. Теперь мне надо удалить ту, которую я нарисовала от руки. Вот так. Зажимаем Alt. То есть мне надо как бы сделать что-то вроде симметричной. И тоже отрезаем. А можно просто две сферы нарисовать. Ну, это уже как кому удобно. И тоже вот эту часть мы удаляем. Здесь мы делаем скругленные углы. И можно даже Ctrl-G сгруппировать. И зажимая Alt, переносим на другого котика. Зажимая Shift, поворачиваем. Ну, ставим уже на глаз. Да, вот так вот примерно. Такие у нас получились два котика. И остаются у нас усики. Усики тоже. Давайте вот эти вот удалим. А мы сейчас нарисуем красиво. И во всех местах, где нужны усики, мы поставим красивые усики. И у нас еще есть лапка. Так, как рисуем усики? Берем дуга, там, где у нас линия, берем дугу. И рисуем, ну, как-нибудь, чтобы, да, получилась дуга в нужную нам сторону. Потом это все можно будет инструментом управления точками. Мы, ну, как-нибудь делаем так, чтобы было просто красиво. Хотите длинные усы, можно сделать длинные. Хотите короткие усы, можно, видите, инструмент ластик, да, чик, и мы их, ну, отрезаем. Ненужное мы удаляем. Можешь даже и красивше сделать такие вот коротенькие усики. Также мы сгруппировываем. Зажимаем Alt, перетаскиваем на второго котика. Вот тут, наверное, усиков видно не будет, да, он так прям... Сейчас посмотрим. Так, усики у нас под котом, поэтому либо мы ставим прям вот впритык к контуру, чтобы не было видно, либо мы ставим под тело, да, то есть ставим под тело, то уже как бы не надо прям впритык. Но и чтобы оно вот под хвост не залазило, да, ну, то есть такой вот момент. То есть управляем, чтобы это было реалистично. Зажимаем Alt. Нам надо их зеркально отобразить. И, ну, вот так вот, да. Так, понятно, что это такое ощущение, что это как бы рисунок. Рисунок у вот этого кота. Так, наверное, внутренние усики ни у кого не надо. Как-то это, наверное, не то.
Да, внутренние усики не нужны. Рисуем лапку. Лапку я тоже рисую с помощью геометрического узора. Вот эту только верхнюю точку, зажимая Shift, я ее, ну, как бы опущу, потому что лапка у меня не такая острая на конце. Вот так вот примерно. Пипеткой даю заливку, ту же самую. И еще у меня, ну, как бы разделение на пальчики. Давайте разделим наши пальчики. Ну, вот так вот примерно. Или покороче надо сделать пальчики. И ставим, чтобы оно было вот прям вот соединялось. Вот так вот. Скругляем тоже углы. Видите, тут вылезло немножко. Убираем. Выделяем два эти объекта и тоже сгруппировать. Можно даже вот эту нижнюю часть тоже уменьшить. Как, допустим, лапку растянуть? Я не знаю, у нас надо будет это или не надо. Может, просто вот эти точки, да, сделать поуже. И еще у меня, по-моему, тут лапка немножко деформированная. Давайте тоже ее немножко деформируем. Ставим по нулям, по горизонтали, по вертикали. И чуть-чуть вот так вот деформируем. Разобрать. Ну, вот так вот. Теперь мне надо ее поставить, чтобы она была под белым, но над зеленым. Тащим вниз. Вот. Это как бы я вот, ну, мне удобно лично на слоях, то есть я хоть как-то контролирую процесс. Видите, она у меня еще вылазит. Так она у меня получается под зеленым. В таком случае давайте удалим вот эту вот уже часть, она как бы не надо нам. Как мне ее поставить, чтобы она была подходящим, да, подходящим, скажем так, месте? Давайте возьмем инструмент резинка и, допустим, попробуем отрезать. Лишнюю часть мы удаляем. Теперь можно подогнать, ну, как бы ровненько-ровненько точки. Да, инструментом управления точки. И подгоняем, чтобы совместить. Мы ничего ни с чем не объединяем. Но за счет того, что мы ровненько подгоним два этих контура, посмотрим, может даже этого и будет достаточно. Вот, это такой вот первый вариант. Если вы, ну, как бы мне кажется, если вот эти вот убрать, давайте, допустим, посмотрим, красиво будет или нет. Давайте карандашом вот здесь вот нарисуем белый прямоугольник. Без границы. Без границы, просто белый. Это для того, чтобы, ну, посмотреть, надо ли мне вообще удалять этот контур, ну, вот эту границу. Или она визуально мне нужна. Тогда у меня непонятно, откуда растут усики. Да? Тогда и усики надо убирать. Вот так, то есть понятно, да? Но с усиками непонятно. А так, в принципе, понятно и откуда усики растут. Но это уже, как бы, я даже не знаю, на любителя, что ли. Хотя вот тут вот, ну, хвост еще, ладно, понятно. Мне, честно говоря, вот так вот нравится больше. И я бы даже, наверное, пожертвовала бы усиками. Хотя усики мне нравятся. В общем, не знаю, это, наверное, уже такой момент на любителя, да, то есть это каждый сам себе определит. В принципе, наш код, смотрите, готов. У нас ничего не это самое, не заблокировано. Давайте его, ну, подвинем. Смотрите, создаем новый файл, да, чтобы, ну, вне рисунка все то же самое.
уже чистый файл, да? Создаем чистый файл. Нажимаем Ctrl-C на клавиатуре, Ctrl-V, вставляем, да? Такой у нас получился узор. Делаем волшебное выделение, выделяем зеленый и даем ему черный. Вот так вот. Теперь у нас вот этот вот рисунок мы делаем белым, контуры. Теперь смотрите, чтобы нашего кота уже потихонечку подводить, да, к какому-то готовому объекту, нам сейчас надо определиться. Контуры, да, я сейчас буду, ну, разбирать буду контуры, поэтому мне надо, допустим, вот эти вот моменты, да, пальчики. То есть вот мне сейчас надо, ну, определиться, скажем так, с их последней конечной формой, потому что я их больше так легко редактировать уже не смогу. Поэтому давайте такой, ну, последний момент посмотрим, или покороче их сделать, ну, допустим, вот так вот. Разбираемся с усиками. Сейчас, ну, проверяем все-все контуры последний раз. Итак, допустим, контуры мы проверили. Теперь, что нам надо делать? Информация о документе, если она у вас закрыта, тоже информация о документе во вкладке «Окно». Выделяем, заходим в информацию о документах, объекты. Здесь уже этот технический момент для стоков, нам необходимо, чтобы все было вот тут вот открытых 0. Это обязательное условие. Итак, что мы делаем? Для тех, кто еще не знает, я зажимаю Alt, смотрите, у нас тут контур, да? Контур, это то есть есть какой-то, это не объект, да, то есть есть два принципа. Вот это вот контур, а вот нам нужно именно заливку сделать. Все контуры мы нажимаем «Разобрать». Вот, видите, вот тут стало прозрачно, а вот этот зеленый квадратик стал, то есть, грубо говоря, он залился. Выделим все и нажмем «Разобрать». Осталось два. Теперь давайте попроверяем. Вот, то есть, в принципе, все нормально разобралось. Да, то есть вот по контуру он теперь просто объект. Теперь, смотрите, у нас там есть два открытых объекта. Выделяя все, видим, два. Как мне их найти? По очереди можно все выделять и смотреть, кто из них показывает единичку. Если мы все вроде как потыкали и все, ничего не понятно, а выделяем все вместе, показывает 2, то есть, ну, скорее всего, это вот точка и вот точка, их просто видно. Но если большой объект и много точек, ничего не понятно, как делаю я? Я выделяю кусочек, вижу 2, снимаю выделение. Выделяю, блокирую, то есть Ctrl-2. Выделяю, блокирую. Выделяю, блокирую, то есть я блокирую все, где 0. Выделяю, блокирую, то есть по кусочкам просто все выделяю. Во, видите, я нашла ухи. Оказывается, я ошибалась, и у меня проблема в ухах. Можно найти, зайти в изоляцию и посмотреть, а почему же у меня ухи проблемные. Разгруппировываем. А ухи у меня проблемные потому, что у меня была, ну, заливка открытого объекта. Нажимаем «Соединить». «Соединить». Вот. То есть надо сначала разгруппировать, чтобы черная окантовка была отдельно, а именно белая «Соединить». То есть это такой технический момент, что все объекты должны быть закрытыми. Вот теперь у нас... Смотрите, есть «Освободить все». Или на клавиатуре это Alt, Ctrl, 2. Вот. Снова выделяем моего кода, у меня все по нулям. В принципе, это уже, ну, достаточно готовая картинка. Да? Как ее загрузить на сток?
Допустим, мы возьмем Shutterstock. Создаем квадрат 2000 на 2000. Нажимаем ОК. Допустим, он белый. Теперь, помните, мы изначально создавали документ 1000 на 1000. Вообще, конечно, надо делать это 2000 на 2000, но мы можем редактировать. Ctrl-0. Ctrl-0, чтобы оно, ну, как бы стало по нашу монтажную область. Вот он, наш зеленый квадрат, который мы только что создали. Хватаем его правой кнопкой мыши и перетаскиваем вниз. Делаем его белым. А если фон белый, это называется изолированная картинка. То есть что значит изолированная картинка? Покупатель может взять нашу лакоту и перетащить в любое место, куда ему необходимо. Коты мы сгруппировываем. Теперь у нас есть кот и у нас есть фон. Вот так вот выглядит, в принципе, уже готовая стоковая работа. Выделяем кота, зажимаем Shift и Alt, чтобы можно было его трансформировать пропорционально. Выравнивание, ставим его ровно по центру, ну это просто будет уже красиво. Вот такая вот у нас получается контурная графика. В принципе, больше даже, наверное, ничего делать и не надо. Это такой самый-самый простой вариант. Ноль открытых объектов. Фон обязательно, даже если у вас монтажная область белая, обязательно должен быть фон. И сам объект. Опять же, возвращаемся сюда. Я советую учиться именно на простых объектах, да, потому что и так бывает сложно, когда только начинаешь, ничего не понятно, слишком много инструментов и так далее. Если вы сразу начинаете с чего-то сложного, ну, рискуете просто не закончить, не завершить до самого конца. Здесь все очень просто. Ну и давайте разберем последний этап, как сохранять именно для стоков. Для стоков необходимо снять все замочки. Это первый момент. Квадрат должен стоять ровно по монтажной области и быть точно такого же размера, как монтажная область. Это мы все сделали. У нас все чистое, у нас нету никаких открытых объектов, нету никаких растровых изображений, как, например, вот здесь вот, да, смотрите. А если мы снимем блокировки, нажмем Ctrl-A, мы увидим связанное изображение. Связанное изображение – это растер. А растер нельзя загружать вместе с вектором, поэтому в нашем векторном файле не должно быть никаких встроенных изображений. Это запрещено, картинка просто не пройдет модерацию. Итак, давайте сохраним уже для стоков. То есть не себе серый вариант, а для стоков. Сохранить как? Можно сохранять даже в ту же папку, то есть это вы уже выбираете, куда сохранять сами. Нажимаете EPS. У нас одна монтажная область. Даете название. Название, конечно, лучше давать какое-то такое, чтобы было понятно, что именно нарисовано. Я не помню, как правильно пишется, но, по-моему, так. Нажимаем «Сохранить», выходит окно, и здесь мы уже меняем настройки. То есть для EPS, для продажи мы ставим EPS 10. Формат нет, убираем все галочки и ставим Level 3. Вот они всегда одинаково выглядят, вот такие вот настройки, и нажимаем «Ок». Все, файл сохраняется. Для стоков, ну для Shutterstock, этот файл должен быть, вот, появился, то есть видно EPS и AI. EPS это для продажи. А он должен быть не более 100 мегабайт, если мы говорим о сайте Shutterstock. Закрываем и щелкаем два раза, то есть открываем. Сейчас мы его откроем и перепроверим, чтобы ничего не исказилось, ничего, в общем, с ним не произошло. Снова выделяем, и настройки должны остаться все те же самые. Нет никаких связанных изображений, ноль открытых объектов, ну и так далее. Теперь создаем предпросмотр, потому что, ну, кто грузит на другие стоки, на других стоках все-таки требуется предпросмотр. Его можно сделать разными путями. Можно сделать, допустим, экспорт, выбрать формат JPEG. Можно сохранить для интернета. И здесь ставим формат 5000 на 5000.
я ставлю 5000 на 5000, это проходит на все стоки. Вот, то есть это мы сейчас создаем JPEG. Нажимаем сохранить, сохраняем туда же, куда мы сохраняли вектор. Даем точно такое же название, сохранить. Также заходим и проверяем. То есть они вот должны стоять рядышком. EPS и растер. Вот, в принципе, вот такой набор. Ну, если вы загружаете через FTP, можно еще отправить. Это уже, скажем так, для дальнейшего вашего роста через zip. Да, то есть некоторые стоки берут именно zip. Вот такие три файла. Можете посмотреть на моем канале видео, куда и что я загружаю. Да? Там я показываю, куда надо только EPS, куда надо EPS и JPEG, а куда надо, допустим, только zip, если вы загружаете не через какую-то программу, да, стороннюю, а через FTP или напрямую на сток. В принципе, вот, если вы будете повторять вот этот вот процесс, скажем так, регулярно, создавать такие даже простые какие-то иллюстрации, но они будут аккуратненькие, они будут доделанные, они будут как-то мило смотреться. Делать их просто даже на белом фоне, то есть сначала вы их отрисовываете от руки, переводите так, как мы сейчас только что перевели, сохранять и грузить на все стоки. То это уже отличный старт, да, когда у вас уже будет 100 таких разных работ, это уже будет хороший результат, и вы уже будете на самом деле хорошо владеть иллюстратором, и можно будет уже приступать и к эффектам, и ко всяким более сложным каким-то объектам, окрашивать, не окрашивать, ну и так далее. Надеюсь, видео было вам полезным и интересным. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Всем пока!